Всем привет, меня зовут Макс Прайм. Сегодня я вам рассказываю про... как сказать, как же начать инвестировать. Для чайников рассказывал. Сейчас можно сбиться. Так, начинаем. Лайк, подписка, чтобы не пропускать видеоролики. Смотрите, значит, у меня есть курсы бесплатные. Только напишите мне лист сообщений, чтобы я вам скинул ссылку. Это, вы знаете, Google Class. Это у нас платформа, сейчас недавно вышла, когда Zoom, всякое такое. И вот этим самым я создал, в принципе, бесплатный курс. Если вы хотите, то напиши в комментариях, я тебе скину бесплатно. Бесплатно, в общем. Поэтому пиши комментарий, я хочу твой курс бесплатный, в скобочках можно написать. И, в принципе, все сойдется. Значит, смотрите, как начать инвестировать. Нужно иметь деньги. Если у вас есть 1000 долларов, это фиктивно, ведь вы сможете купить доллары, евро и биткоины. Но не у всех такое есть, поэтому убираем 100 долларов, самое стандартное. Я говорю в долларах, вы считаете, сколько у вас там по валюте, возможно, в будущем они подорожают, поэтому что самое выгодное. Так я заметил, что на праздниках людей больше, но людей меньше денег, именно в праздниках. А особенно в зима. Именно зима дает меньше дохода. Бывает, в интернете дает больше дохода. Поэтому узнайте, где ваш бизнес, где ваше хобби, как вы зарабатываете на этом. Например, вы создали свой бизнес. Поэтому вы сразу же идете в интернет. Магазин Инстаграм, кстати, я еще не создал. Но, в принципе, создам. В принципе, все будет окей. Поэтому лайк, подписка, чтобы не пропускать новый ролик про магазин, который я создал в Инстаграм, фотки, программы, там, всякое такое. В принципе, что можно продать, что будет. Но главное узнать, что вы умеете. Например, когда вы учились в школе, университете, поэтому знаете, например, вы математик, поэтому очень хорошо вы сможете в интернете так хорошо заработать на каких-то сайтах, в принципе, если есть такая возможность. Ну, например, зарабатывать на одном сайте, я помню, математик, физику он раздавал, как там, развязывал задачи на русском. Я вот не в курсе вообще, не выучил русский. Как там, решение задачи, вот так вот. Как-то на русском много времени, я записываю еще на украинском, поэтому готовьтесь, ролик на украинском тоже есть. Дальше. Если вы, например, не получили образование, в принципе, если получили образование, юрист на YouTube тоже можете быть, в инсайт стать. Есть журналисты, в принципе, если вы не можете и вам сложно, есть монтажеры, которые делают видеоролик за вас, операторы снимают, монтажеры, там всякая команда, поэтому берем и делаем. Нанимаем кого-то, если вы не умеете, если у вас нет такого вот вдохновления, у меня оно есть, ведь я записываю для вас, поэтому оно мне есть. Я один пока не все. Поэтому ничего такого полезного нет. Оператор я, наверное, временный оператор. А что я бы хотел быть, кем бы хотел быть, самое главное узнать, поэтому если вы не узнаете, кем вы будете, то самая главная проблема в вашей жизни это именно это. Идите к психологу, и возможно он вам скажет, или она скажет, как найти себя. В принципе, общайтесь с психологами, проблемами, они найдут вам их. Потому что это истина. Ну, например, любую тему напишите, я отвечу. Возможно, почти как психолог, буду в шоке. Поэтому пишите. Значит, насчет инвестиций. Продолжаем. Криптовалюта. Эфириум, биткоин. Сейчас биткоин и доллар меняют стороны, и получается то, что доллар и биткоин, они разные штуки. Это как два материала, железо и золото. Поэтому если покупали когда-нибудь дендо на 90-х годов железо, золото, то офигенно вы сможете покупать и доллары, и биткоины. Сейчас что-то меняется все, и получается, что новые ресурсы заменяют старых, потому что говорят, вода дороже золота. Интересно, что с ним связано? Вода дороже, чем золото. Через 3 года, через 2 года.
Через 2 года, скорее всего, это будет. Нужно готовиться к этому. Что нужно делать? Можно, возможно, через 1 год уже. Потому что говорили, значит, скоро будет. Что делать? Это значит, вода будет дорогая. На этом можно заработать, ну, как на коронавирусе, покупать вакцины. А на воде можно купить там краны, водостойкости. В принципе, бизнес пойдет как надо. Потому что все хотят воду. Ну, я так про краны. А про воду, саму воду, нужно добывать ее. То есть, кстати, я забыл. Можно же бизнес сделать. Из воды. Из всякое такое. Ну, например, сделать бизнес с этих материалов. Ну, отходов. Отходов. Разных отходов. Поэтому, если у вас есть проблемы, то напишите в комментариях. Так, все нормально, стоп, все, мне изменился голос, добавились брекеты. В принципе, комедия должна быть, а не только образование, а ну и тебе. Но если вы в других социальных сетях, напиши. Ведь только говорить, а вот такого прикола, думаю, вы не ожидали. Поэтому это всякое может быть в жизни, поэтому... Готовьтесь, съедайте. Но если непонятно, что я говорю, то ваша цель, ваша мечта, на нее поливают грязь, и вы вместо того, чтобы добавлять грязь, точнее, закидывать себе много еды, да, как я сейчас показывал вам, а вы сразу же ее пережевываете. А не скажете, потом давай, сейчас выпью чай, а вы тем самым снимаете грязь. С мечты и всякое такое. Вот такая пословица была, поэтому используйте такой шанс, ведь он раз в жизни. То есть второго шанса, говорят, не будет, поэтому есть, инвестируйте. А именно куда инвестировать, это уже другая тема. Ну, вроде бы сказал, биткоин, доллар. Самое стандартное, а самое уникальное, хобби, бизнес. Проще насчет квартиры я его не сказал. Ну как, немножко сказал, что в зиму нужно вот квартиру нужно покупать летом, когда сезон, когда каникулы, ну там город, где у вас должен быть какое-то море, и там тем самым покупаете квартиры и будете их продавать. В принципе, топ. Идея. И была такая, делал бизнес. Поэтому делайте такой бизнес, наслаждайтесь. И у вас будут деньги, слава, и всякое такое. Поэтому готовьтесь к этому. Ну, а суть какая? Суть того, что я снимаю через 4К. Поэтому проверьте, пожалуйста, с какой ракурса снимаю. Ведь я еще не понимаю, слева снимать или справа снимать. Или вообще по центру. Говорят, вот так вот, справа отлично. Или вообще-то слева будет отлично. В общем, это, если вы фотограф, то есть такая модификация в интернете, найдите способы. Научитесь. Если не сможете научиться, напиши в комментариях, я могу научить, потому что мне тоже она надо. Я некоторыми это знаю. Рассказывать в ролике, это просто затянется на 20-минутный, 40-й, всякое такое. Ну, про инвестиции, немножко про жизнь, который поможет вам заработать, сохранить. Вот если вы бедны, ну, я думаю, уже ролик не смотреть бедные люди, так что перемотаем. Здесь ролик скоро капец. Так, дальше у нас происходит того, кто смотрит долгие ролики. Что вот у вас такого есть? Ищите доход, ищите и интересуйтесь этим. Вот, значит, ловите хлеб с маслом. Почему именно хлеб с маслом? Потому что хлеб — это 4 буквы, а день — это тоже 4 буквы, я так заметил. Именно буквы. А вот вечер — 5 букв, а ночь — 3 буквы. Что это значит? Где больше букв в сутки, думаю, так сказано правильно, в сутки. Чем больше букв в сутки, тем тяжелее. То есть ночью легче.
день нормально, вечером вообще отпад. Почему именно так? Потому что утро 6:00, там 12:00 день, и там вы работаете, учитесь, потом приходите уставшие. Вечер это вроде 18:00. Ночь это 00 до 6. То есть 6 часов спать. Некоторые говорят. Говорят, один человек говорил, Нельсон Мандера, его же нет, жаль очень. В общем, память. 5-секундная память. Все, думаю, хватит. 3 секунды, там 4. Дальше. Как там их там? Авторы. Более не забыл. Ладно, в принципе, я их запомню. Ему 72, 74. И он живет много, спит меньше. Но потом к старости спит больше и всякое такое делает, что хочет. Раньше он говорил, здесь качками, качайтесь, чтобы у вас были деньги, потом заработать на этом. Найдите свое хобби, качайтесь. Вот так вот, примерно. Я вот пробую такой метод. Смотрите сами ролики. Увидите разницу между ними. Они же не одинаковые, да? Ой. Я думаю, что они точно не одинаковые, но в принципе они как раз подходят к ролику. Поэтому всем удачи, всем пока. Если один человек, которому 84, и он качок, поэтому качайтесь, как я понял. Вот так хотя бы. Держите камеру. Потому что мне капец тяжело держать, но я буду держать. Так, ну в принципе я записал ролик, как качаться, да? Еще не записано, в принципе, есть такая идея. Всем удачи, всем пока!